есть. О, стрельба тут. Ты там вообще куда убежал, ты нихрена себе. Давайте здесь пойдем, что ли. Ой-ой-ой. А, блин, это бот прям ему. Блин, главное, осталось 20, сколько, 20 человек еще. Да, может, забирай лут и поехали на метку, на тачку сядем. Поедем к Ярославу. Раз ли тебе тут шляются. Ты лут не будешь забирать свой? А что там лут есть? Ну твой. То, что у тебя было, где твою карту брал. Тут только МС моя осталась, и все. Извините, пожалуйста. Импульские были какие-то, две штуки я забрал. Все, все подбрили. Да, поехал. Поехал. О, корона пропала. Кто-то подобрал. Все, за коронами. Па-па-пау, па-па-пау. Ты что, патронов много? Нет. Ну так смешнее просто получилось. Это надо тогда это на пикапе ехать. Я как в этом мексиканском картеле, когда Лала приехал к себе домой. И они такие сели в тачку и вверх стреляли. Стой. Стою. Давай быстро этому убираю, убиваю человека. Все. Сколько там много людей? Да. Ага, на мне один. Минус один. Вон, коронки ваши, что ли? Наверное. Здесь поднимают, походу, одного, ребят. Да, он бегает. Валера, иди, занимайся, не убивай. Валера, помогай. Ребята! Только что, я... Хилился. Стреляй. У меня тут еще. Там один белый. Он тебе кулак идет. Так очень много тут осталось. Стой, Томаш. Давай зайдем хотя бы за угол сюда. Валер, твоя.
Вернем утраченное. Такое ощущение, как другая команда, просто боты были. О, вот мой автомат. Блять, отдай ты нахуй. Откуда? Вон они. А, ё-моё. Да, расставь. На ящике вот. Бегут. Сука, это киберпорк. Киберпорк. В латексе. Я еще. Просто отсиди молча тем в тишине и спасайся. Пока они не уйдут. Я наверху был. Я на автомате хилер. Наверху был, короче. Который хилится здесь вот в этом в здании. На, блядь, какие люди. Четыре. Рядом еще кто-то есть? Один. Нет, никого. Извини. Право. Право. Так, где у нас Валера? Он рядом, видишь? Ага, все. О, сейчас опять будет бить. Ребята идут. Не успею. Блюк, брат, запрыгнул. Ну ладно, мы запрыгнем. Ай-яй-яй, больно. Я сейчас похилюсь и с крышкой щукаю. Блин. Валера, сзади. Блядь! Рядом с тобой. Блядь! Он прям... Я одновременно запрыгнул в люк, и он меня из люка убил, что ли? Ну, я же... Там на люке были. Они, походу, ожидали, что он через люк будет уходить. А, все, они последние, блин. Чё, мясорубка, блин, ё-моё, у меня даже ни хила ничего нет. Чё, есть пистолет, сатановидение. А, блин, не падай. Черепаха, блин. А, кстати, я без... слева от тебя бегал. В поле, слева от тебя. Только если ты ближним его возьмешь. Вот, поднялся к тебе. Хорош! Там этот батут. Я видел, да. Он его воскрешать будет сейчас. Да ну, не вряд ли. Он бегает. Ну, если вдвоем бегаю, значит уже воскресил. Ну, кстати, тебе значок выдает. Не забывай. Я знаю, ты их тоже. Ага. О, поехали.
Да, блядь, вылезть из этой херни, блядь. Тоже знал, что... Да. Стоп, так уже можно. Так он же карту не подобрал. А карту ни одну не взял, да? Да, где ж раньше будет его? Будь там, держи рядом, короче, зона. А на всех лучше по нему стрелять. Взять, а, вон он, походу, да? Да. Не стреляй, не выдавай себя. Он должен с кусок себя расстрелять. Лучше пистолетом с автонаведением. Он далеко так не идет. Грустно. Он будет камень разбивать сейчас. Да нет, долго. Потом перейдет в перезарядку, это не совсем целесообразно. Вон, в кустах до сих пор. Блять, зараза, ни хрена себе. Может, на ближний переходи? В дальнем он тебя точно расстреляет. Да ё-моё, тут пипец вообще, как он так стреляет? Ну, просто предсказывает. Ты ж по старт траектории. Вон гранат еще лежит. Попробуй выкинуть. Это жопа, все, не-не. Слева. Да, блин, ни хрена себе. Как он узнал, что я здесь? Так по звуку. Да я на картах же был. Да, а кого тут еще искать, понимаешь, кроме тебя? Не, ну человек... Ты смотри, как крыло, ты тоже слышишь. Не, ну человек заходит за угол, сразу стреляет. Ну это, блин, пипец. Да, ну так все очевидно. Блять, один последний остался, да. Хорошо все было. Конечно, да. Ой, я прям вспотел слегка. Как говорится, потная катка. Ой. Надо было все-таки точно на ближний идти. Не с непередней. Надо войти на ближний и гранаты подкинуть на одну зону. Фига, Ярослав, у тебя прям один зритель на ютубе. Это ты про себя? Нет, Андрей смотрит. Ты что, стримишь, что ли? Андрей там пишет. Ты с кем играешь? Иди работать. А там просто как раз таки в начале стрима я решил включить, чтобы было видно, что у меня колеса не двигаются на машине, когда ты ехал. Помнишь, что я говорил? Ага. Вот. Сколько ты сейчас стримил? Ну, тут быстро команды на клавиатуре не включаются, типа стриминг. Вот. Блин, сказал бы я просто. Я бы хоть не обосрался, может. Нет, у тебя когда стриминг идет, там подключается автоматически чат ютуба. Про чат, все. И покинула чат. Я старого монитора не буду смотреть. Все еще не понимаю, почему нет твоего микрофона. В смысле? Вроде включен, индикация вот. Нет. На стриме все звуки есть, а твоего нету.
странно, потому что я эту штуку включал. Вот. Но она не работает. Always on. Always on. Так, как я знаю, автобуса нету. Мне главное пистолетик. Возьмешь пистолет, пацаны? Поможешь? Все, я взял. Так. Спасибо. Конечно, мы коронованы. Блин, походу коронованная тьма. На крышку у меня еще один. Здесь двое даже. Где они, думаю? Где-то еще коронка, нет? Только двое было с коронкой? Да. Ой, хорошо. Пойти еще один должен быть. Да, я двоих убил. Я убил, получается, твоих с коронкой. А, один еще должен быть. Угу. Вот он. Где он? В лес. Отлично, Валер выбил себе корону. Пока нам везет. О, люди у меня. Я по патронам вроде более-менее так нормально у меня. Так, давай встретимся с тобой. Со мной? Так, у меня есть автомат. Есть такое, такое. Выбирай, что тебе нравится. Окей. Не, мне типа, все принципе, просто смотрю патронов. Нет. Тогда держи патроны. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Получше. Ну ладно, вот как бы дробовика. Автомат есть. Надо кому? Я возьму, наверное, еще. Золотой пистолет. О, нормально.
Что, за жетоном? Да, да. Сзади. Это Валера. Да, я. Он у нас мексиканский контрабандист. Бот идет сверху. Там Боря уже идет вниз. Тяга скинул автомат. Ой, еще пистолет на чем нашелся. Так, Абата убили, да, получается? На автомат надо патроны кому? Пока что есть. 150. Что, у меня автомат-то нет? Может, кинь тогда. Возьмешь заказ? Иногда приезжает, кстати. Жопа толстая. Может, на поезд прыгнем? Тут еще минус, мини-сейфик есть.
Так, что, по-моему, в этом доме на человеке, по-моему, синий сундук есть. Вот такой дробовик золотой есть. Я бы такой тоже брал бы, но мне с такого тяжело, у меня стики блестят. А что Валера у нас? Валера? Что? Что ты коронок настигаешь? Просто... Я думал, тебя выкинуло нафиг. Вот, да, с этого дробовика надо там пацана выстрел убивать, по идее. Внизу. Баты, наверное. Опа, стреляются здесь. Забирайте там ключик, поднимайте. Я вижу его. А, вижу. К вам гелик едет, ребят. Что вообще нахуй происходит? Минус, 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 минус. Двоих минус. Там еще. Да-да, сейчас хилюсь, хилюсь. Там дровейк золотой лежит рядом. Я такой, особо. Поднимешь его, да? Мне нравится, у него спецификаты для меня неподходящие. Мне неудобно с него стрелять. Подмени корону еще раз. Да. Я поменял еще раз. Так я до этого тоже менял. О, золотая снайпа. Уху. Без прицела, зашибись. Валера, лети. Золотая чаша, золотая. Так, Ярослав, у тебя карта, да? Да, сейчас мы заберем. Где-то машина была. Так, я тогда на остров. Я достану, не переживай. Валер, садись. Только тупая машина, потому что. Сейчас, подожди. Валя, у вас же банка большая. Да, я знаю. Не тонит, зараза. А у меня. Человек. Ага.
Встаньте на кружочек, быстрее поднимем. Разве быстрее? Да, чем больше народ, тем быстрее поднимает. О, можно возьму автомат? Да все, забираю, я не нашел автомат сейчас. Я очень... Ладно, пойти. Прицел взять. Снайпу патроны. Так, у нас жетончики рядом, прям под нами где-то. По этим патронам. Ага. А вот люди. Появились, так. Это не на месте. Машинки уже снимают. О, хорош! Покрыл меня. Так, я за аптечкой сгоняю. Вон там он трое хилится. Тут 10. Надо уходить, походу, зона идет, ребят. Да. Ух ты ж, ёх, ты ж вон едут там. Толпаё. Минус один. Минус еще один. Это кто там снайп будет сейчас за спиной? Уходим, по 5 бьет. Сейчас будет бить по 5. А, блин, у нас Валера, что ты с Валерой? Валера что-то не побежал. Я приземлился неудачно. Потерял здоровье. Ярослав, живешь? Да, давай сразу левее пойдем. А все, посмотри. Три команды, 1-1. Получается, 1-2. Вон. Бот какой-то. Один человек остался, все. Да, снайпует. Что за эхо у нас так? Да пусть к нам идет. Здесь нам будет легче ехать. О, все, сам сдох, что ли? Вообще, отлично.
65-я коронка. Андрей сказал, что твой голос на стриме есть, но он тихий. Это правда. Я сейчас слышал эхо свое. Ну это... Это было... Это не эхо, это был стрим. Валера включил. Ну, пока у нас все очень хорошо. Ничего хорошо. Ну, короче. Блин, видишь, что ты разбился? Надо было на это, там же батутик был. Да не, там... Я, короче, взял бутылку, налил себе этим гравий-соком и прямо с острова прыгнул вниз. А когда он кончается, ты разбиваешься. Нет, мне хватило приземлиться, я прыгнул еще раз от гравийники. И, короче, в полете этот гравийник не закончился, я приземлился как раз со скалы, когда там, где машина ехала. Да, да. Я такой, бля. Вот и я также спрыгнул, короче, только я съел этот луковиц. Вот и в итоге у меня... Луковиц, по-моему, мне кажется, даже чуть дольше действует. Все равно у меня три здоровья осталось, короче, но у меня, слава богу, три аптечки. У меня тоже аптечки были. Туда же? Да, может. Пистолет. Суперщит на русском языке звучит, на английском, наверное, как супер дерьмо. Суперщит. У каждой игры есть суперщит. А вы где? Я понял. Ну, народу. Чей бот кто-то выиграл? Закупай себе ребята. Еее, тут 5 игроков сразу. Давайте друг от друга далеко не сходить. Так, трое готовы. Ни хрена себе, ты машина просто. На улице. Баты получается. А ну вот и все. Будь здоров. Спасибо. Еще ноги. Точно не мои. Тима пришла. Трое ног. Валер, видел, да, за спиной тебя? Нет. Где у тебя, бля?
Так, один точно готов. Это уже были люди. Ага. Да. Я посижу здесь, вдруг они придут за карточкой. Так мы же всех убили. Мне кажется, один за. Не-не, он же сразу развалился. Последнего я добивал. Там куда-то в лес. Да что за бред? Смотри, у меня опять кнопки нету, короче. Вылезти мотоцикл. Это вас, слышишь? Была рядом. Здесь вот. Это бот. Какой бот? А, этот, который здесь? Да. Блять, видите меня кто-нибудь, а? Я остался ничего. Есть ли что-нибудь, на чем летать можно? У меня нету. Будет там в этом доме есть. Табак, они с лестницы с этого мотоцикла долбанного. Я пытаюсь его разбить. Давай помогу с мотоциклом. Подожди, а ты пересесть можешь вообще? Нет, у меня ничего нет кнопок. Нет, твои не работают, видишь? Я пытался по ней поездить и прыгнуть. Что за бред? Я думал, эту фигню уже устранили. Там забрали. Ну да, там что-то оставались, заказ тоже. То есть мне не прыгнуть, не прыгать, если вообще ничего не делать вообще. Все. Что там, они в сейфе, наверное? Да, это там. Нет ни липучек, ни чемодана. У меня есть идея с чемоданом и батутами. Тогда батут кинуть чемодан. Сейф никого. Значит, ушли. Эх! Была такая идея. Я слез. А по мне стреляют, кстати. Вас заметили. Ну. Воу! Тут автомобиль какой-то был. И убежал. Мне кажется, самоубийство меня не особо устраивает. Опа, опа. Что блять там такое? Так ты не молчи, хотя бы говори, что люди. Ой. Жопа. Томаш, у меня есть чемодан. Вот здесь. Слева от тебя. Ай, блин, у меня ни щитов, ничего не было, блин, потому что. Ладно, честно, я уже все. Хорошо.
сколько.